Если у вас есть орхидеи без корней и ей обязательно необходимо получить новые корни в ближайшее время, потому что сейчас очень жарко, тогда попробуйте поливать подкисленной водой. Моя орхидея отреагировала наилучшим образом на добавление лимонной кислоты в поливочную воду. Посмотрите, корни появляются один за другим. Поэтому, если вы сейчас занимаетесь активной реанимацией орхидеи для того, чтобы сохранить тургор листьев в жару, вы просто не можете не попробовать полив подкисленной водой. Сейчас, в такое достаточно жаркое время года, необходимо обязательно своевременно позаботиться о состоянии тургора листьев. Для этого необходимо добавлять все больше воды, при этом снижать температуру, как только это возможно. Можно попробовать поставить на какой-то поднос с галькой, добавить на дно воду. Можно использовать закрытые системы, ставить поддоны всеразличнейшие, для того, чтобы вода была обязательно снизу. Корни будут чувствовать там воду и обязательно в ней потянутся. Это поможет удачно пережить жару. И при этом не закуклить корни. Посмотрите, корневая не будет высыхать и гнить. Вот корни внутри горшка остаются активными. При этом нету никакого малейшего переувлажнения и излишнего пересушивания корневой системы. Корни будут активными, листья плотными.